Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники, цветоводы. Вы на канале у Татьяны. И сегодня поговорим о малине. Я покажу, как правильно посадить куст малины. Что для этого нужно? В данном случае у меня куст малины не ремонтантный, а летний обыкновенный малины. Что для этого нужно? Нам нужна яма длиной 60 см, а глубиной где-то 30. Дальше. Яма уже у нас есть. Нам нужно еще для этой ямки компост. Нужен перегной, смешанный и с песком. И органическое удобрение, разведенное уже. Сажаем малину. Данный куст мы обрезаем где-то наполовину. Вот. И сажаем. Бросаем наши перегной, перемешанный с песком. Хорошо его улаживаем. Заливаем органическим удобрением. Достаточно. Ждем, пока впитается в землю. Вот наше удобрение уже стало влагу. Мы засыпаем однородной землей. Наш кустик. Малина нам даст первый год урожая. Но не нужно этому радоваться. Мы должны убрать с него или цветок, или уже саму малинку, для того, чтобы наше растение на следующий год было сильным и дало нам уже значительно много малины. Засыпаем хорошо, руками плотно утаптываем, так как малина любит влагу. Мы должны укрыть ее компостом. Вот, смотрим. Укрываем. И первые 2 недели поливаем наше растение. Сапкой около малины ходить нельзя. Мы знаем, что у малины поверхностные корни, и мы можем ее повредить. Тогда куст будет болеть и усохнет. Мы посадили данное растение. Будем надеяться, что оно хорошо проживется. Все. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. До свидания. До скорой встречи.